La France, le 7 mai dernier, a affirmé souverainement, dans l'élection présidentielle, son attachement à son indépendance, son engagement européen et sa volonté de peser dans le destin du monde. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Et en la matière, je souhaite que d'ailleurs nous puissions échanger les informations utiles et travailler ensemble pour partager la lecture de la situation sur le terrain. Ситуация в Сирии доказывает, что какой-то одной стране сложно добиться внушительных результатов. Но мы действительно больше говорили о наших двусторонних отношениях, об отношениях России и Евросоюза, говорили о проблемных точках в мире и пытались найти с господином президентом общность подходов к решению этих сложных вопросов. Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России. Напомню, что ни одна из почти 500 французских компаний в последние годы, несмотря на все сложности и экономические рестрикции, с российского рынка не ушла. Больше того, мы видим заинтересованность наших французских друзей в расширении экономического взаимодействия. В прошлом году прямые французские инвестиции в российскую экономику увеличились на 2,5 миллиарда долларов. При этом двухсторонний товарооборот растет. В прошлом году он вырос на 14%, а за первый квартал этого года уже на 23,7%. Au Kremlin, c'était en mars, la candidate du Front National. Что касается вмешательства, мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент никакого интереса к этому не проявил, но с моей стороны, что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует.